Сегодня у нас 24 глава Капитала, предпоследняя. Еще одна осталась. Первый том закончен. Глава рассказывает о том, откуда вообще берется первоначальный капитал и тайна его появления. В предыдущих главах мы рассматривали, да, что если у нас есть деньги, мы берем эти деньги и вкладываем в производство. То есть в капитал. Покупаем станки плюс людей. Этот капитал дает нам деньги, приносит за счет продажи товара. Но не просто деньги, а больше деньги, то есть деньги штрих. За деньги штрих мы можем купить уже капитал штрих, то есть еще больше капитала. Ну и так дальше, до бесконечности. Возникает вопрос, откуда берутся первые деньги для того, чтобы создать первый капитал. Маркс очень красиво, интересно, в этом моменте сравнивает тайну появления первого капитала и сравнивает ее с таинством в Библии, когда Ева сорвала яблоко, вкусила плод познания и все завертелось. Вот примерно экономисты очень многие рассказывают о тайне появления капитала именно так. Опять же, возьмем каких-нибудь современных либертарианцев, да, откуда берется деньги и капитал. А отсюда прибыль. Ну, из способностей предпринимателя. Вот, способности такие предпринимателя есть, что он с воздуха хлопает, делает деньги и капитал. И Маркс как раз берет у нас и разбирает, откуда же этот первоначальный капитал появился. В его времена были тоже странные такие экономисты, например. Был такой вариант, что вот типа нашел кто-то яблоко, продал его. Получил за продажу яблока 2 цента, на 2 цента купил 2 новых яблока и так дальше пошло. Тогда это было, в 90-е у нас это было, и сейчас такие сказки до сих пор рассказывают, хотя, казалось бы, прошло 200 лет, да, с написания капитала. И все же, откуда берется на самом деле первоначальный капитал? Для начала мы должны вернуться в предыдущую эпоху, да, то есть феодализм. До капитализма у нас был феодализм. Уже тогда, во время феодализма, очень многие получали деньги, на которых можно потом скупить капитал, при помощи грабежа, силы, насилия. Там, ну, грубо говоря, да, Римская империя взяла, напала на соседнюю Грецию, грабила, привезла деньги к себе, у них завертелось свое производство. В феодализме было все то же самое. И часть людей при помощи насилия могли сгонять более слабых людей и заставлять их трудиться, работать на себя. Но с приходом капитализма, опять же, у Маркса есть очень интересная цитата, что рыцари от промышленности могли забрать власть у рыцарей меча, пользуясь ими же методами. То есть, грубо говоря, пришел купец-буржуй, да, он у рыцаря такого весь красавца с мечом, отобрал его земли, владения тем же самым способом, что раньше рыцарь отнимал все эти блага у крестьян. Поэтому, если мы перескочим в следующую информацию, да, от перехода от капитализма к социализму, хотим мы того или не хотим, нам придется использовать те же самые методы, какие используют капиталисты. То есть, если у капиталистов есть вооруженная армия, то и нам придется создавать свою вооруженную армию. По-другому не получится. В свое время феодалов так побороли капиталисты, в будущем социалисты должны будут точно так же побороть капиталистов. Следующий источник, откуда могут появляться вообще деньги. Это экспроприация земли. Да? Мы помним, что с земли можно получать ренту, рента – это деньги, эти деньги можно вкладывать в капитал. Маркс очень подробно, детально рассматривается, как это происходило в Англии, немножко затрагивает Францию, да? Рассказывает, допустим, о том, как овцы сожрали Англию, то есть английский рабочий класс, точнее, английских крестьян сожрали. Когда
в Англии выяснилось, что выращивать овец гораздо выгоднее, чем выращивать на пахотной земле зерновые, стали разводить овец. Чтобы земля под овец освобождалась, гонялись в нее крестьян, крестьяне лишались заработка. Самое смешное, что казалось бы, да, Англия вся такая христианская страна, там и все мы знаем, война красной и белой розы, да, протестанты, англикане, католики, все друг друга по религиозному принципу режут, все так в Бога веруют, но когда происходил вот этот сгон земель крестьян, когда земли выводили, чтобы могли пастись овец, не просто поля использовались под выпас скота, сносились в том числе и церкви. То есть церковь снесли, на ее месте пасутся бараны. Было кладбище, кладбище заровняли, там пасутся бараны, приносят счастье. Вот такие вот замечательные христиане жили тогда в Англии. Ну ладно, Маркс написал о том, что было 200 лет назад. Это кому интересно, почитайте сами. Там Маркс очень красиво и красочно это описывает. Да? Более близкий пример к нам. Это у Владимира Ильича Ленина. Открываем первый, второй том его полного собрания сочинения. Там как раз ведутся работы там о том, как жили крестьяне в Российской империи 100 лет назад. И о том, как они как раз примерно в той же ситуации были, что и англичане 200 лет назад. Ну и можно взять примеры современности. Это 90-е. Да, были у нас колхозы. Что такое колхоз? Это коллективное хозяйство. Когда у каждого члена этого колхоза была часть, доля в колхозе, то есть он имел кусочек земли. Когда колхозы распускали, эту землю раздавливали отдельным крестьянам. И у этих крестьян эту землю активно точно так же начали отжимать. Про это я не знаю, кто нас писал, как бы это было вот буквально еще вчера, да, поэтому автора какой-нибудь книжки привести не могу, но могу посоветовать фильм. Есть такой фильм «Окраина». Он как раз рассказывает о том, как бывшие колхозники потеряли землю, земля досталась какому-то там олигарху в Москве, и они ехали в Москву к этому олигарху разбираться, почему земля оказалась каким-то боком из-за собственности у олигарха. После рассмотрения о том, как выводилась земля под крестьян убиралась, да, Маркс рассматривает законодательство, которое царило в то время в Англии. Он его называет прямо кровавое законодательство, и, собственно, примеры, которые он там приводит, прекрасно опять же иллюстрируют, насколько оно кровавое. То есть за что угодно тебя могли избить, выжечь, публичная порка, клеймо наложить там на разные части тела. Был даже такой замечательный закон, как установление максимальной заработной платы. То есть вот, ты сделал какую-то работу, если ты сделал ее очень хорошо и тебе заплатили чуть больше, чем положено, закон, во-первых, наказывал того, кто заплатил, но он, так сказать, легко делался, а рабочий, который взял эту плату больше, чем положено по тогдашнему закону, с ним обходились очень жестоко. И доставалось бедняге выше крыши. Кроме того, там были всякие пункты по поощрению этого дела, чтобы, не дай бог, никто не смог уйти от закона. У нас недавно была дискуссия с Союзом марксистов, да, там как раз один товарищ рассказывал, что вот есть всякие законы, которые заставляют людей, принуждают к труду экономически. Вот они, видать, то ли не читали 24 главы, то ли ее неправильно поняли. Потому что далее Маркс пишет, что развитием капитализма все эти законы, которые ограничивают заработную плату верхней и нижней рамкой, они с развитием капитализма отмирают и убираются. Почему их убирают, эти законы, и отменяют? Потому что, во-первых, пролетариат начинает против них активно бороться, выступать, сплачиваться. И, так сказать, чтобы снять напряжение в обществе, эти законы отменяются, но все эти законы начинают действовать уже не во всей стране, а на конкретных фабриках, у конкретных капиталистов. То есть каждый капиталист сам устанавливает свои законы и минимум, максимум зарплаты. Опять же, пример современности, да, у нас есть очень много специальностей, где
работодатель сулит, что ты будешь получать процент от продажи. Это там банки, магазины, всякие оптовые фирмочки. Вроде бы казалось хорошо, да, чем больше продал, тем больше получил. Но как только работник начинает продавать сверх какого-то определенного предела, работодатель ему тут же снижает процент, получаемый от продажи, и выше определенной суммы этот работник все равно заработать не может. То есть, опять же, это закон, который на своем производстве капиталист навязывает для своих работников. Ну, ладно, вернемся обратно к крестьянам, да. Маркс рассматривает фермеры, как появились в Англии, да, и какие они были. Опять же, большой курс в историю со всеми ссылками. Если кратко пересказать, в чем эффект использования фермеров, да. Фермер получал надел земельный, нанимал батраков, батраки на него работали. Он урожай продавал, платил ренту как раз феодалу своему, все остальное оставлялось у него при себе, то есть как раз первоначальное накопление денег. Что интересно, уже тогда при феодализме, Маркс делает небольшой акцент в этой главе, что фермерам очень помогала инфляция. Я недавно писал статью, можно почитать в группе, там как раз есть пример. Ограбляется какая-нибудь колония, оттуда вывозится много золота. Золото приезжает в метрополию, цены на золото падают. Но при этом фермер, который нанимал батраков, он договаривался с ними в начале года, сколько он им заплатит. Он договаривался насчет ренты, сколько он заплатит за землю. Да, а тут инфляция проскочила, прогалопировала, то есть товар, который... Продукт, который он вырастил, становится более дорогим товаром. Его готовы купить за большую цену, так как инфляция поднялась. Зарплата при этом старая, то есть зарплата у работников не увеличилась. И за счет вот этой небольшой разницы фермеры еще больше богатели. Происходило, опять же, это мы уточним, да, все время феодализма. То есть инфляция была уже тогда. Но, тем не менее... В сельском хозяйстве началась техническая революция. То есть каждый фермер начал выращивать больше зерна, больше сельскохозяйственных продуктов на своем участке за счет внедрения новых технологий. Соответственно, что у нас получается? Если у нас в сельском хозяйстве повышается производительность, то с одной стороны, большая производительность, нам надо меньше рабочих. То есть освобождаются рабочие руки излишние. Рабочие руки. Да, мы помним, что Англия это остров, там расширять особо некуда с новые посадки. Поэтому лишних рабочих, которые заменяются мужчинами, их просто выкидывают из этого цикла. Второй составляющий увеличения производительности труда в сельском хозяйстве. Это увеличение сырья, да, то есть на том же участке земли можно вырастить больше урожая, то есть больше хлопка, больше шерсти, больше зерна, больше льна. Что остается рабочим, которые остались на улице? Опять же, в Англии Маркс хорошо расписывает, как рабочие, оставшиеся без работы, вытянутые на улицу, подвергались гонениям за бродяжничество, запрещали им собирать милостыню, высылали на каторгу, вплоть до убийства дело доходило, то есть безработным в Англии было быть нельзя в то время. Поэтому, чтобы остаться живым, чтобы тебя по закону не убили, и даже если вдруг закона такого нету, который позволяет безработного убивать за то, что он безработный, кушать все равно хочется, надо где-то кормиться, земля вся занята, куда деваться. Ты идешь, нанимаешься капиталистом. И сырье дополнительное, которое появляется, оно тоже идет на обработку, да, то есть мы понимаем, с шерсти самой по себе ничего не сделать, вообще из нее надо соткать одежду. Из зерна тоже ничего так просто его жрать не будешь, поэтому надо или муку перемолоть, или там самогон перегнать. Сделать с ним что-нибудь из
короче, обработать. То есть капиталист из-за того, что в сельском хозяйстве произошла техническая революция, с одной стороны, получил рабочие руки, рабочих, готовых работать за копейки, с другой стороны, получил сырье, которое может обрабатывать. Потому что до этого сельское хозяйство обеспечивало фактически само себя, и все, что не выращивали, сами и съедали практически, за редким исключением. А тут одновременно складывается ситуация, что у нас и рабочие есть, и сырье для переработки. Ну и капиталист у нас делает из этого товары. Опять же, появление товара и свободных рабочих у нас создает внутренний рынок. Внутренний рынок. То есть капиталист, производя товары, может продавать его своим же рабочим. Когда рабочие были на земле, находились и обрабатывали почву, они, собственно, находились на самообеспечении. То есть одежду они сами себе выращивали, стригли баранов, выращивали лен, из них делали ткани, из ткани шили одежду и ходили в этом. Что сшил, в том и ходишь. А тут у тебя своих баранов нету, льна нету, шить одежду тебе нечего, ты покупаешь готовую. А готовую делают из сырья, которое получают на более расширенном производстве. И вот таким образом у нас появляется внутренний рынок и внутренний спрос на товары. Соответственно, с появлением внутреннего рынка и запроса на новый товар у нас развивается еще больше производства. Производство, кроме того, что делает товары потребления, оно также делает еще и сельскохозяйственные товары. Сеялки, вилки, опять же, можете посчитать у Ленина, да, там есть как раз сколько стоит вилка и как она поднимает хозяйство, ее наличие. Опять же, новые технологии, тут сельское хозяйство, больше сырья, еще больше рабочих рук, еще больше капитала, и внутренний рынок развивается. Кто первый начал сельскохозяйственную революцию техническую, тот раньше создал свой рынок и первым стал большим капиталистом. Итак, откуда же все-таки берется вот этот капитал? Самый-самый первый, да? Генезис его происхождения, промышленных капиталистов, как у Маркса написано. Ну, первая самая часть, самая небольшая, это все-таки у нас были фермеры, у которых были работники, которые работали, они потихоньку накапливали богатство, расширяли производство. И из этих мелких буржуа, мелкая буржуазия, да, она, в принципе, потихоньку наворачивая за 300 лет феодализма, могла дорасти до крупного капиталиста. Крупный капитал. В принципе, такое бывало, но это бывает крайне-крайне редко. Потому что за 300 лет, сами понимаете, можно и обанкротиться, война, кто-нибудь помер, или там нерадивый наследник, который профукал все свое достояние, заработанное отцом. В этом плане можно посмотреть классный цикл роликов Егора Яковлева о семействе наших промышленников. Да? Там как раз как из одного мастера, работающего на производстве оружия, выросла большая империя, его дети еще более-менее эту империю развивали, а уже внуки Демидова все, мягко говоря, профукали, и ничего толком от его заводов не осталось. Вот, поэтому это крайне редкий случай, редко когда встречается. Основная же часть капитала, вот этого, да, который у нас появляется, появляется все-таки из денег. Откуда у нас было большое количество денег, да, у кого они вообще накапливались? Ну, накапливались они прежде всего у ростовщиков, то есть это люди, которые как раз имели большое количество денег, давали их в долг под проценты, потом собирали, у них получалось еще больше денег. Когда началась сельскохозяйственная революция, да, они смогли эти свои деньги уже вложить в капитал. То есть вложить деньги в капитал, получить еще больше деньги, оттуда еще больше развить капитал. Ну и кроме ростовщиков, здесь еще есть купцы. Купцы. Опять же, отечественная история нам дает много примеров, когда купцы у нас поднимались, даже дворянские звания умудрялись получать. Опять же, почему у них есть оборотный капитал?
торгуя постоянно и покупая, продавая товар, у них есть определенное количество денег, которые они вкладывают в определенный момент в промышленность, и дальше завертелось у нас уже производство капиталистическое. Третий способ появления первоначального капитала – это ограбление колоний. Ограбление колоний. Какой-нибудь завоеватель, какой-нибудь Колумб поехал в Америку, награбил золото. Золото – это деньги. На деньги он не пропил, не пробухал, а купил себе какой-нибудь там заводик по производству и выплавке пушек. И все у нас опять завертелось. Далее с колонии вроде бы уже все ограбили, все вывезли с завода, да, но колония-то есть, у нее остается сырье, можно вывозить сырье и можно вывозить рабочие руки. Опять же, Англия — прекрасный пример. Рабочие руки мы берем, во-первых, из самой Англии, посылаем их в Америку работать на плантациях, когда их не хватает, берем еще негров с Африки, тоже туда загоняем, оттуда получаем сырье, сырье вкладываем в капитал. Получаем деньги, капитал начинает развиваться. Вот этот третий пункт, он как раз отвечает на тот вопрос, что почему некоторые капиталистические страны такие удачные и хорошие, богатые, а другие капиталистические страны не такие удачные. Да? Вроде бы и Мексика, и США в одно и то же время вступили в эпоху капитализма. Капитализм начался и там примерно одинаково. Но США Мексику грабила, поэтому США богатая, развитая капиталистическая страна. Мексика была ограбляемая, соответственно, она... Извините, по техническим причинам запись у нас прервалась. Я сейчас вам прочитаю остаток 24 главы «Капитала». Все по тому же конспекту. Итак, мы остановились на ограблении колоний. Да, то есть вот Штаты грабят Мексику, поэтому Штаты богатые, Мексика бедная. Концентрация капитала происходит именно в Штатах. Более того, смотрите, Мексику грабят 200 лет. Англия грабила Индию там 300 лет. До этого она грабила там какую-нибудь Африку еще 400 лет. Возвращаемся к нашей истории. Россия, 90-е годы. Российская Федерация вступает в капиталистическую стадию, обратно возвращается и пытается на рынке капиталистических стран конкурировать с ближайшими конкурентами. Кто это? Мексика, Штаты, Англия. Соответственно, Штаты поднялись, они 200 лет грабили Мексику. Мексика подняться не может до их уровня. Куда подняться Российской Федерации в этом случае? До какого уровня? Ни до какого абсолютно. У нее не было возможности 200 лет грабить какие-то страны. Естественно, ее место в экономике – это быть ограбляемой страной, чтобы грабили ее. Что мы, собственно, и наблюдаем. Да? Можно посмотреть, отчеты за каждый год публикуются, сколько капитала утекает из России. Разобрав первоначальную причину, да, генезис появления промышленных капиталистов, Маркс переходит к следующей стадии. Дело в том, что ростовщики берут большие проценты. Большие, очень высокие, давать их очень тяжело. Не дашь вовремя, а мало того, что у тебя производство заберут, дом еще и тебя убьют, всю твою семью. Или вообще в рабство отправят. Поэтому в буржуазных странах постепенно начинается меняться законодательство, которое запрещает заниматься ростовщичеством. И экономическая система переходит на более культурный способ выдачи кредитов под проценты. Называется это банковская система или банковский капитал. То есть еще 200 лет назад банки начали играть очень важную роль, и банки стали одним из источников появления нового капитала. Чем занимается банк? Банк занимается тем, что он собирает деньги у одних, у кого их много лишних, да, вклады берет. Проценты. Потом эти вклады дают кому-то в виде кредита. И на эту разницу, грубо говоря, живет. Постоянно гоняя туда-сюда деньги, у вас накапливается первоначальный капитал, первоначальные деньги, которые можно как раз пустить в производство, и в первоначальный капитал. Много
всем известных примеров, да, какие-нибудь Ротшильды держали банк, купили нефтяные прииски и стали нефтяными магнатами. То есть из финансового капитала, из первоначальных накопленных денег они получили капитал промышленный, капитал промышленный принес еще больше денег приносит еще больше капитал промышленный. Кроме того, что появились коммерческие банки, Маркс замечает такой пунктик, что уже в то время, в те года, была следующая ситуация, что государство тоже начало выступать в виде банка, то есть давать кредиты и сращиваться с банковским капиталом. В зависимости от экономического кризиса доля коммерческих банков и государственного на них влияния могло меняться. Кризис экономический настал, государство скупило все долги. Экономический кризис закончился, все банковские акции даются в частные руки, и они начинают развиваться. Опять же, современный пример, не будем брать именно Маркса, да. 2008 год, кризис глобальный, у нас обрушивается банковская система Морган Стэнли, извиняюсь. Государство в виде американских Соединенных Штатов скупает все его долги, скупает акции, то есть национализирует банк. Коммерческий банк становится государственным, и государство, собственно, занимается тем, что выдает деньги под проценты. И, как мы уже знаем, потихоньку этот банк все больше и больше опять становится коммерческим. То есть часть его акций сейчас опять появились на рынке, их продают частным владельцам. Итак, еще одним источником образования капитала является банковский капитал, который как раз на этой стадии производства, развития промышленности играет большую роль. Вклиниться в этот процесс, если вы не участвуете в ограблении колоний, у вас нет собственного банка, который вам приносит деньги, который можно потратить на приобретение капитала, вы не можете заниматься ростовщичеством. Современные законы вам этого не позволяют. Соответственно, вы не можете вклиниться в эту цепочку. Деньги, капитал, деньги, штрих, капитал, штрих. Все места уже просто заняты. Чтобы попасть туда, надо иметь свои деньги. Без первоначальных большой суммы, большого капитала, мы об этом говорили в предыдущих главах, да, какой уровень капитала надо, мы не сможем стать капиталистами. Маркс на этом основании делает вывод, что капиталистов со временем становится все меньше и меньше, да, то есть богатые становятся все более богатыми за счет того, что у более бедных отнимают их средства к существованию. То есть количество капиталистов постоянно снижается из-за конкуренции на рынке. Есть, конечно, возражения, да, как бы мы, наверное, сказали, исключения из правила, которые подтверждают эти правила. Вот есть какой-нибудь там Илон Маск, да, Билл Гейтс, Стив Джобс, которые взяли с нуля свое дело в гараже, начали и разбогатели. То есть не надо иметь большого стартового капитала, чтобы приобрести средства производства, из которых получить прибавочную прибыль и еще больше капитал вырасти. В этом плане могу порекомендовать хороший ролик у Егора Иванова, канал Тубус Шоу. Там как раз идет разбор этого мифа. И он прекрасно показывает, что перед тем, как все эти люди стали капиталистами, первоначальный капитал у них уже был. Им было что вложить в развитие производства, чтобы получить еще больше денег и капитала. На этом данный абзац у Маркса заканчивается. И он переходит к последнему пункту в этой главе. Это частная собственность на средства производства. Грубо говоря, рассмотреть, если всю нашу историю, которую мы разобрали, да, у нас получается картинка, когда частная собственность, когда средства производства переходят в частную собственность. То есть изначально при феодализме у каждого крестьянина была своя частная собственность. Там кусок земли, может быть, не совсем его, да, может, он ее там арендовал или платил ренту, неважно. Был кусок земли, на который он обрабатывал, сам себя кормил, на котором выращивал овец, стриг их, делал себе одежду.
Но с развитием технического прогресса, с развитием производственных отношений, этих людей стали выгонять из их земли. Выгонять стали законно, насильственно, да, законы вводили такие, чтобы сгонять людей с земли. Выгоняли их экономическим давлением. То есть ренту повысили, ренту тебе платить нечего, ты с земли уходишь, а твою землю используют как пастбище для того, чтобы пасти овец. Это настолько был тогда прибыльный бизнес в Англии, да, что, опять же, как я говорил, там не то, чтобы людей и крестьян сгоняли с земли, там церкви сносили, и на месте церкви начинали пасти овец, скот. Так это было гораздо выгоднее, чем церковный бизнес. И вот это развитие частной собственности, потеря ее у одних людей и переход этой частной собственности к другим людям порождают капитализм. То есть кто-то имеет много средств производства, а кто-то ничего не имеет, кроме собственной способности к труду. Одни вынуждены продавать свой труд, другие вынуждены нанимать рабочих, чтобы они могли обрабатывать все эти средства производства, которые к ним попали. То есть ты скупил много земли, сам обрабатывать не можешь, тебе нужны батраки. Ты купил трактор, который тебе будет распахивать землю, тебе сам ты не можешь быть еще и трактористом, ты нанимаешь тракториста. И технический прогресс, развиваясь все больше и больше, нас приводит к тому, что частная собственность, средства производства переходит к отдельным людям, конкретным. А все больше и больше остальных людей теряют эти средства производства. И выжить они могут только тем способом, что продавая свою способность к труду. Других возможностей у них нет. Главное положение марксизма, да, частной собственности на средства производства, это как раз про это. То есть, чтобы вернуть средства производства обратно людям, чтобы они могли сами зарабатывать на средствах производства и не платить никому ренту, или, допустим, не отдавать свою прибавочную продукцию чужому дяде, в частные руки не передавать. Единственный выход из данной ситуации – это национализация всех средств производства на благо всего общества, а не отдельных частных лиц. На этом глава 24 заканчивается, следующая 25-я, последняя. На этом до свидания.